Всем привет! Сегодня хорошая новость для тех, кто давно ждал рецепты, кто писал, кто просил про рецепты. Ребята, сегодня я буду готовить казан кебаб. Очень простое блюдо, быстро готовится. Вообще-то не быстро, это полтора часа, но готовится. Очень все просто. Специи я буду добавлять во время готовки. Буду говорить, какие специи я добавляю, когда. А насчет мяса, я использую сегодня баранью ножку. Я ее заранее засолил, поперчил, чтобы с нее вышло немножко соки, чтобы когда оно готовится, у нас не было вот этого грязного бульона, чтобы у нас хорошо и чисто все приготовилось. Так что, друзья, разжигаем казан, значит, я его разжег, и начинаем готовку. Я давно эти видео ждал, так что все, вместе со мной готовим сегодня. Все, погнали! Так, теперь сюда доливаем в казан хорошее количество масла. Вот, где-то так. Я не знаю, наверное, литров 300. Ой, литров 300. Грамм 300-500 я туда налил. Я не знаю даже, как отмерить это правильно. Но все, масло там уже есть. Знаете, вы, наверное, себе думаете, почему я буду готовить по твоему рецепту, если куча много других рецептов на интернете есть. А все по одной причине. Если вы досмотрите это видео до конца, я вам покажу секретный ингредиент. Так что, ребята, этот рецепт тот, но немножко не тот. Немножко будет другая нотка здесь. Я уже как-то его готовил, и мне не хватало этого. Я когда-то попробовал так приготовить, получилось супер. Вообще, мелочь, но меняет это блюдо вообще в такую крутую сторону. Так что все, смотрим за мной, никуда не уходим. Никуда не уходим. Здесь, возле меня, возле этого казана. Мэн, как эти дрова приятно пахнут, ребятка. Ну что, готовим, пока масло нагревается. Ждем, ждем, ждем. Я не могу дождаться, когда оно уже будет здесь. Все. Масло немножечко разогрелось. Давайте мы сюда добавим. Мне осталось с ножек немножко бараньего жира для вкуса. Пускай. Здесь все потопится. И это все дело будет вкуснее. Так, теперь давайте придадим маслу еще вкус лука. Так, пока у нас жирок топится, добавляем сюда луковицу. Ребята, не режьте ее на хлопья, пускай она будет такая половина луковицы целая. Так будет лучше, поверьте. Ребята, я не знаю, как вам передать эти запахи. Особенно, когда их долго не было. Ребята, хочется снова жить. Так что, мэн, я просто кайфую. Погода идеальна. 70 градусов Фаренгейта. Это, наверное, около 22 градусов. Ребята, о чем еще больше можно желать? Это счастье. Так, о, видите, у нас лучок уже все начинает поджариваться. Мы сейчас это все уберем отсюда и будем обжаривать картофель. Так, теперь один из самых важных моментов готовки этого блюда. За ней очень много масла, оно горячее. Убедитесь, что на картофель нет воды. Картофель может быть влажный, но убедитесь, что нет воды, чтобы потом вас не опекло, не обжарило в этими выстрелами. Так что все, убедились, что картофель более-менее суховат. Все, добавляем его сюда в это кипяченое масло, горячее накаленное масло и готовим. Все, добавляем картофель, пускай картофель обжаривается до золотистой корочки. Для чего нам нужна золотистая корочка? Для того, чтобы когда мы будем томить наш картофель, он не расварится. Так что обжариваем картофель, потом будем обжаривать мясо. Отлично. Смотрите, друзья, врать я вам точно не буду.
когда я этот картофель жарю, от него идет вкус, то есть не вкус, а запах лука. Для чего я не добавляю лук сюда? Я не хочу, чтобы это все блюдо превратилось в кашу. Я хочу так отдельный кусок хорошей картохи, отдельный кусок мяса. Знаете, это шашлык такой казанный. А когда мы добавим сюда лук, смешаем, потом уже позже обычно так делают, это блюдо превращается в кашу. Оно вкусно, но оно не такое, понимаете? Это немножко по-другому. Так что, ребята, добавляйте сюда лук, полголовки, пускай она жарится, пускай масло берет этот вкус. Я говорю честно, это будет 100 раз круче. Ну, это по моему мнению, вы можете по-другому делать. У каждого свои вкусы, я с этим спорить не буду, но я подобрал для себя такой способ. Вполне неплохо. Так, друзья, картофель получил этот обалденный цвет, вот этот супер хруст, который меня вообще прикатывает. Обожаю, как этот картофель, короче, хрустит обалденно. Это верхняя корочка. Все, мы это все убираем отсюда. Ребята, огонь держите всегда на максимум во время обжарки, чтобы огонь был на максимум. Потому что мы жарим большими порциями, а чтобы оно лучше все жарилось. Вот так. Картофель готов, добавляем сюда мясо. Так, время пришло нашей баранины. Куски вот такого размера. Как бы вот шашлычные нормальные куски. Как я говорил, я уже заранее это все дело посолил, поперчил, чтобы с мяса ушли лишние соки. И сейчас мы это будем все обжарить. Видите, как жарится хорошо, потому что у меня максимальный огонь в данный момент. Все, обжариваем мясо. И мы уже, можно сказать, на полпути приготовления. Так, друзья, мясо обжарилось, забираем его отсюда. Видите, надо мясо резать крупными кусками. Видите, они хорошие, большие куски. Даже после того, как мясо стянулось, они остаются еще более-менее огромными. Так что мясо режьте крупно. Вот. Отлично. Вот так вот. Вот такое наше мясо. Обалденное. Ням-ням. Я бы сейчас его съел. Так, у нас в казане сейчас такой есть нагар. Сейчас я добавлю сюда теплой воды. И я вымою казан. Ребята, самое лучшее, хотите вымыть казан? Вот так, залили сюда воду, огонь горячий, и он сам вам вымоет ваш казан. Ничего не надо здесь придумать, видите, все, уже казан чистый. Все, это горячая вода, и все, отмывается все легко, быстро. И так же самое сделаю после приготовления, поставлю казан на костре, горячую воду, и все. И не надо здесь париться. Берем вот так, просто вычерпаем это все отсюда. И у нас останется чистый казан. Вот так. Ничего не нужно придумать. Все, видите, реально казан чистый. Все. Кипятком его хорошо промыло сразу. Все, видели? Казан реально чист, ребята. Просто от кипяченой воды. Видели? Чистый казан. Все, ничего не нужно придумывать. Так. Теперь берем сюда, ребята, добавляем немножко масла. Просто немножечко. Вот так. Вот так. Что делаем дальше, ребята? Закрываем заслонки.
Нам здесь огонь не нужен. Там уже у меня еле-еле угли остались. Я думаю, сейчас поленом припру тут. Вот так. Смазать казан, чтобы казан немножко в себе масла вобрал. Отлично. Так, теперь, ребята, начинаем с картохи. Выкладываем в казан картоху. Я думаю, можно ее всю сюда. Вот так. Это замечательная, красивая картошечка. Так. Все, ровненько вот так более-менее все разложили. Теперь делаем следующее, ребят. Добавляем сюда немножко кориандра. Это вот так кориандр. Потом у нас пойдет сюда перец, черный молотый перец. Вот так. Еще немножко добавлю. Так. Теперь берем, натираем сюда зиру. И на мясо мы тоже добавим зиру. И кориандр тоже. Обязательно на мясо добавляем кориандр. Так. И картофель у нас не соленый. Мясо соленое, картофель нет. Солим картофель. Вот так. Еще, я думаю, картоха любит быть соленой. Так что солим еще картоху. Вот так, отлично. А теперь, ребята, мой ингредиент, секретный ингредиент. 100% вот так сделать и попробовать. Берем и специи хмели цунели. Добавляем сюда. И так же самое мы ее добавим на мясо. Так, немного так добавили. Теперь делаем вот так. Берем наше мяско. Мяско обязательно наверх, сверху картошки. Вот так. Запомните, сейчас газ, газ или что там у вас там, огонь на минимум. Все, нам больше не надо готовить, мы будем только томить. Теперь снова хмели-цунели сюда на мясо подали. Снова кориандр, потому что у нас мяса не было с кориандром, немножечко вот так. И на мясо зиру. Все, отлично. Теперь берем немного теплой воды, немножечко, и накрываем это крышкой. Где-то оно должно вот так пропариться, где-то час. Я думаю, сейчас я посмотрю, хватает ли мне воды здесь. Да, думаю, с водой идеал. И мы это не трогаем целый час. Думаю, еще добавлю. Оно быстро испарится. Все, накрываем это все крышкой. И пускай тушится. Я сейчас уберу полностью все дрова. Все, что лишнее здесь, я поубираю. Нам здесь уже все это не нужно. Практически жара казана хватает. Я там немножко угля оставлю. Прямо немножечко. И все. На под казань. Все. И мы, ребята, готовы. Тут ужасный жар от этих дров. Ух. Так, друзья, прошло у нас час. Я еще раз перемешал. Раз только перемешал, потому что мясо начало сушиться. Так что я перемешал, чтобы мясо было сочное. Так что сейчас беру это все дело, вылажу в красивый казанчик. Чего болтаю, в красивую тарелочку. Сейчас это все сервируем. Я вам покажу, что получилось. Попробуем. И все, надо угощать гостей. Ну что, друзья, блюдо готово. Такое оно красивое, прелестное. А самое главное, что вкусное. Так что, кто хотел, получили казан-кебаб от Райфлмена. Так что давайте сделаем такую легкую дегустацию. Ну вот, картошечка вся готова. Ребята,
Это сказка. Лучок. Это обалденно. Попробуйте сюда добавить эту специю. Хмели с сунели. Это обалденная штука. Она к баранине, картошечке. Обалденно заходит. Круто. Ребята, это реально вкусно. Вам стоит такое попробовать. Так что вот так, друзья, как вы хотели. Фирменный рецепт от Райфлмена. Казан кебаб. Пользуйтесь им на здоровье. Готовьте его так. Угощайте родных, близких. Я иду угощать своих родных, близких. Так что все. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями. Всего самого лучшего. Все. До свидания, друзья. Пока. Увидимся.